Привет всем. Планировал показать дачи в Балаково. Мы недавно приобрели дачу и хотел сделать небольшую экскурсию на дачу Пески. Дача Пески состоит из таких вот проулков, узких улиц, по которым ездит машина и ходят люди. То есть, если одна машина попадается друг на другу встречно, то кому-то приходится сдавать назад или прижиматься к какому-то забору. Это большая территория, здесь очень много заброшенных дач. И здесь у кого-то двухэтажные дома, у кого-то просто, как у нас, домик небольшой, так, можно сказать, дождь переждать. А кто-то здесь живет весь сезон, с весны до зимы. Сейчас мы идем на Волгу. Там есть интересный спуск такой со ступеньками. Может быть, я первый раз и искупаюсь в этом году. Вот моя Альбина, у которой рука сломана. А это Мила. Вот Диана. У них свой канал, Альбина и Диана, да. Сестры. А это Мила, которая сейчас пищит. Это наша Мила. Телефон сейчас не было? Капец, смотри. У меня даже тут загорело под платком. Он красный. Все вгорели. Вот у кого-то основательные дома, у кого-то вот такие домики. О, смотрите, черешня, да, уже? Да, мы сегодня видели. Нифига себе, поспела. Но на следующий год тоже, кстати, сидит такой. Все, я первый раз попробовал клубнику, которая выросла на нашем участке. Вкусно. Да. Кисленько. Но... вкусно. Она сейчас еще выше поднялась, чем в тот раз. Смотри, вот на этой градке все посажено. Лук, укроп, морковка, салат. Мини-сад, да, такой, из культур. Тут потому что, мама говорит, где-то 4 сотки, еще большой дом. Ну, вот так по всей территории дачи Пески. Улица. И домики разных мастей, на которых люди, кто-то живет, кто-то приезжает просто, сажает овощи, фрукты, занимается дачей.
Но это основная дорога дачи Письки. Который выходит на дорогу в Ивановку. А вот Волга. Опа. Здесь побежать? Кто ее развяжет? Давай спусти, может. Тоже по-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 
Что, помнишь это место, да? Ну, дача Пискиев находится рядом с Волгой, как вы видите. Пошли. Сейчас полная. В общем, должны воду спустить и вода уйти. Должен показаться берег. Ну, пока берега нету. Тут как бы столько воды. Что, купаться нельзя? Вообще холодно. А? Вообще холодно, да? Ну, очень. Просто мне кажется, даже это очень. Когда было жарко, а сейчас... А ну, когда я спущусь. О, воды прибавилось. Я тут раз смотрел, здесь и мало было. Угу. Да не такая уж холодная. Офигеть. Ух ты. Че, плывешь? Да солнца нет, не знаю. Тихо, тихо, не выпрыгивай. Стоп, читай. Читай, иди, не выпрыгивай. У дерева наверх подошла? Чуть-чуть. Бери руку, я тоже хочу. Ох, я могу. Смотри, чьи туфли. Смотри, как она карабается. Она боится. Мы не будем купаться. Не будем, не будем, не будем. Не будем, не будем. За волосы держится, что ли? Мы не будем, не будем. Просто здесь пустые, ладно? Блин, кайфовая вода все равно. Да, я искупаюсь, наверное. Да. Да, опусти, мило. Давай, ну, не буду я опускать, и холодно будет. Давай, давай, да. О! Кошка, блин. Мила у нас не собака, не кошка. Котенок. Котенок, да. Котопёс. Породу чихачка. Ой-ой-ой, смотри. Ну отпусти ее полностью, пусть поплавает. Она не уплывет, я поплыву ей. Я не отпускаю, я отпускаю. Она на берег. Ой, что ты, какая моя хорошая. Моя девочка. Она все плывет. У нее шок, наверное. Мило, он сейчас смотрит, вот дурак такой. Ну, открываем купа. Ты уже закрываешься. Кайфово? Да. Альбер, ты не хочешь по ноге? Хочу. У Милки шок. Она больше купаться не хочет. А в чем я домой поеду в футболке? Да высохнем сейчас, пока дойдет. Не холодно? О, нет. Это кайфово. Он такой стоит, смотрит, вот что совсем. Давай, Альбина, ныряй. Да конечно. Сейчас полечу. Ты до сюда, все, до сюда. Ну, если только до сюда.
Так, до этого я показал дорогу, которая ведет к Волге. А сейчас мы идем в обратную сторону, где заканчиваются эти дачи. За этими дачами там начинаются поля. Куда они идут, я не знаю. Дубовые рощи. Очень тоже красиво. Здесь заканчивается дача Пески. Здесь раньше вроде тоже были участки, но сейчас они заброшены. Мужики прошли с бревнами, с дубовыми вениками. У многих здесь бани. Приезжают, как личные бани, парятся. В общем, проводят время отдыха на природе, в бане, в общем, на даче. То, что здесь заброшены участки, видно по фруктовым деревьям. Вот, например, слива растет. Дикая, не дикая. Вишни много, которая, наверное, сама разрослась. Тут яблоки. То есть здесь, не имея дачи, наверное, можно приехать и собрать фрукты. Территория дач заканчивается вот таким оврагом. Вроде как это сосед сказал, что это дамба. Может, специально возвели это земляное сооружение, чтобы не потопило, наверное, не залило дачу пески. Не знаю, или там, когда я гулял, вроде как речка была или болото. Ну, сейчас болото, раньше, наверное, речка была, и, может быть, все это было раньше затоплено. Сейчас здесь вот такие поля, леса. Куда это ведет? Я даже не имею понятия. Там вроде дальше Ивановка. Комаров куча. Нифига. Смотри, вот вообще. Вообще облепили.